Неосторожное обыходжание за огнем при курении – зно причина гибели человека на пожары. Об вогненном здарении у агрогородку Новый Двор Шучинского района ратовальникам рассказал сведка. Тут горел жилый дом. Подчас разведки на подлозе работники МНС знайшли у непритомном стане 49-годового господара жилля. Мужчину вынесли на свежее поветро, где его передали бригаде худкой допомоги. Медработники констатовали смерть мужчины. Докладные причины и обставины, что привели до трагедии, зараз высветляют специалисты.